Футболисты готовы, болельщики готовы, да и мы тоже готовы. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. Константин, хотелось бы услышать твои мысли о сегодняшних хозяевах. Да, старт вышел просто замечательный. Я не удивлюсь, сегодня третьей победе этой команды. Ведь только так должен играть потенциальный чемпион. И вот мы видим состав хозяев. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Ну что, они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно. Ну, можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. И наш матч начинается. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Хороший пас верхом вперед. Нарез в штрафную. И счет матча открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Какая атака, а? Какой гол? Посмотри, как момент поймал. Идеально выложил мяч партнер. Да, и записал на свой счет голевую передачу. Хорошая подача тут и отличная игра головой. Да, отличный гол получился. Разыграли стандарт они действительно грамотно. Один ноль в нашей игре. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Все верно. Края надо чаще задействовать. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Это мимо. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Мяч из-за боковой будет введен в игру.
Неплохой заброс вперед. Роман Зобнин. Ударище! Неплохой удар, но вратарь на месте. Этот удар опасности не таил. Слишком уж далеко было до ворот. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. И пробил игрок. Это угловой удар. Мяч летит в центр штрафной. Наносит удар игрок. С углового мяч будет введен в игру. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Мяч достается вратарю. Хорошо мяч перехватили в атаке. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Уверен идти. Надо забивать и сравнивать счет. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. Теперь все возвращается на круги своя. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Снова равенство на табло 1-1. Ульсон. Есть поддержка здесь. Мяч в аут ушел. Они остались с мячом, так что был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Желтую карточку показывает арбитр в этом эпизоде. Накрывает этот удар игрок. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Отличный пас. Нужен навес. Надежная игра в защите. Угрозу удалось отвести. Ничем интересным не закончилась эта атака. Будет удар от ворот.
Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Накрывают его прессингом. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Нет, не дошел этот пас до адреса. Решил пробить. Удар, штанга и гол. Ну вот иногда мы говорим, штанга друг вратаря, но сейчас что-то вот не подружились. Да, голкипер здесь не рассчитал отскок, и в этот раз фортуна была на стороне нападающего. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Хороший пас во фланг. Навес в штрафную. В перекладину мяч попадает. Еще один прекрасный пас в его исполнении. За соперника сыграла штанга, и они не смогли сравнять счет. Очень им не повезло. Много игры в пас у этой команды, но все это очень далеко от ворот. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Этот мяч до нападающих не доходит. Воздух выигрывает защита. Просто невероятный перехват. Хорошо укрыл мяч. Отлично. И пробил. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Уже 2 гола он сегодня забил. И кто знает, может быть, мы увидим хет-трик. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Какая борьба! Никто не желает уступать. Счет снова равный. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Есть вариант развития атаки. Удар! Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Мяч перехвачен. Плохо сыграл.
Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Мяч потерян, отличный перехват. Отличный удар. И почти попал в ворота, но только почти. Ульсон. Подавай! На ближнюю подача. Не стал мяч ловить вратарь, кулаками его выбивает. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Ульсон. Можно забивать. И спасает тот игрок свою команду. Команда уходит на перерыв. Зрители выдыхают. 2-2 после 45 минут игры. В первые 45 минут у него на поле получалось почти все. Играет он сегодня здорово, и сейчас надо уже нацеливаться на хет-трик. Все шансы для этого у него, разумеется, есть. Начинают второй тайм команды. Потеря, все, в оборону. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Ушел мяч аут. Семель Жиго. Момент. Нет, офсайд. И пробил игрок. Счет не изменился, по-прежнему ничья. Хотя сейчас они были близки к голу. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Удар! Отлично вратарь играет, тащит он сложнейший мяч. Молодчина голкипер, выручает свою команду. Самое скопление игроков, угловой подан. Какой удар! Мяч ушел от игрока обороняющейся команды, значит, угловой. Мяч летит в центр штрафной. Сейф, но атака продолжается.
И снова спасает вратарь, забирает мяч на этот раз. Ну и где же навес? И пробил он поворотом. На месте голкипер. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Хороший вынос мяча из штрафной. Несмотря на удачный подкат, мяч по-прежнему у соперника. Не только принял хорошо, но и сохранил этот мяч. Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Как вариант продолжения напрашивается навес. Штрафную подачи, и есть там кому сыграть. И я подозреваю, что этот промах его прилично расстроил. Но он сегодня же на хитрик должен идти. Конечно, ему пока обидно. Будет замена в домашней команде, готов игрок к выходу на поле. И это, возможно, как-то взбодрит игру. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать тут. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Все верно. Края надо чаще задействовать. До вратаря этот мяч не доходит благодаря героическим усилиям защитника. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешения судьи. Основное время истекает через 20 минут. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Замена будет у нас. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Подача, чей мяч будет? Это гол! И сыграла все-таки замена тренера. Именно игрок, вышедший на замену, забивает. Шикарная атака приводит к такому же шикарному голу. Смотрите, слева фланга великолепный навес штрафной. Да, и его оставалось только замкнуть, чем проблем вообще не возникло.
Вот смотрите, поймал момент, пробил, и вратарь там, конечно, ничего уже сделать не мог. Георгий, ну у меня другой вопрос. Где были защитники-то, а? Почему они позволили пробить со второго этажа? Игра продолжается, счет 3-2. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Мяч вратаря, который выбивает его сильно и далеко. Нужно забивать. Скидка назад. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Ну как так можно давать играть? Это же просто расстрел какой-то на месте. Да, это потеря концентрации. А чем еще можно объяснить вот такую вальяжность в действиях защитника? Хорошее настроение у тренера. У его команды сегодня все получается. К этому моменту уже забито 6 голов, 4-2 на табло, и все еще может измениться. Мяч в аутуше. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Тут силовая борьба. Вперед идет атака. Интересно может быть. Какой удар! Очень неточный удар. Партнеры поддерживают эту атаку. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Это угловой. А вот и повтор опасного момента. В центр штрафной мяч направлен. Четко действует вратарь на выходе. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Попадает под прессинг. Много остановок у нас было, 4 минуты судья добавляет.
Защита надежно играет. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Защита первая на мяче, вынос. Игра закончена. Количество ударов по воротам, процент владения мячом, мы прекрасно знаем, не гарантирует победу. Вот смотри, в баскетболе ведь забивают в кольцо по 50 раз за игру, не выигрывают. А в футболе порой хватает одного момента. Да, из 3-4 шансов не забиваешь свои, значит, будь готов к тому, что забьют тебе. Мне кажется, статистика матча не выигрывает. Это больше для тренеров или иногда даже для уж слишком фанатичных болельщиков. Но результат зачастую складывается не из статистики, а из комплекса факторов. Любая мелочь, любая деталь в футболе важна.